Но не постоянно же. Самобичевание, да? Знаете, есть такие типы, это где-то в американских фильмах, что они идут себя и бьют плетками по спине. Че? Опять вентилятор говоришь. Не знаю, да похуй. Потоки воздуха, наверное, блядь, задуваются в микрофон. Ненужные. О, запустилось что-то. Войд наблюдатель. Блюди. Блюди, блядина. Блядина. Потому что мы уже играем. Знаешь такое слово? Проблять. Про чего? Проблять. Впроблять. Типа есть блять обычная, да? А это профессионально, а есть еще да? Проблять. Да, это да. Как да, iPhone да. И iPhone Pro или что-то нибудь. Да, ну типа того. Но это давно еще использовалось. Проблять. А сейчас какие цвета у вас, блять? Синий у кого? Кирита? Нет, Сигим я. Фу, блядь, Сигим я. Сигим, да ебал. Еще одна личность Сигима воплотилась. Это вот сказал, сука! Это четвертая личность. Синий Сигим. Под кодовым названием Леонардо. Сигим это Леонардо, Леонардо это Сигим. Чье труба? А что если Войд это тоже Сигим? Тебе все равно никто не поверит, шизоид, блять. Алекс тоже Сигим. Я видел, когда он программировал там. Туман зеленый, блядь, скидывал. Говорит, это токсичный туман, говорит, такой. Че за хуйня? Так, ну шахты, шахты. Блять, я вот по шахтам хуёво, они мне не заполнены, блядь. Давайте мир на 30 минут, блядь. Тогда заебись карта будет. Просто три левиафана, блядь. Это немножко не вовремя. Так, зеленый получается Кирита, да? Да, детка. Бэби. Блядь, синий. Смотрел? Смотрел кто фильм «Тысяча слов»? Да так. Тут, кстати, Эдди Мёрфи заебись сыграл. Леонардо, ты зеленый? Я синий. Хули Сигим. Я Сигим. Не мешайте, я программирую. Ваших мам. Pocket Factory, я про эту хуйню вообще забыл, блядь. Да. Ее только одну можно купить или там КД просто? КД. Я ну да. Ну да, блядь. Не юзается, сука. Сейчас бы всех рассыпал. Еще не юзается. Тань. Так. Ларкаш, я так понимаю, тебе надо захватить этот, блин, стан. Мне? Я красный. Это для меня? Так, а этот Кирита захватит разве? Ну, он вроде не такой. Да у него там стоят его войска. Где ничего. Ну это цитадель. Ну они идут куда-то, нахуй знаю куда они идут. У песка цитадели никого нет, короче. Да сейчас-то вам нахуй оставлю. Ну не сейчас, ну... Ну короче, блин... Надо. Правда.
Ларкас, видишь хуйню? Хотя ты там все и так не знаешь, хули тебя спрашиваю. А ты тут бочек понаставил, блядь. Какие бочки? А там? Ну эти ебаные, блядь. Блядь, думал, я не увижу, да? А нахуй ты от меня? В другую сторону. Ага. Да. Там реликвии, блядь, лежат нахуй на этом мосту, блядь. Да я запеку, блядь. Я стреляю. Я въезжаю в стройку. Чё, Леонард, ты ловишь вот? Не ловит он нихуя. Леонард, блядь. Что? Ты же сам давал, сам, блядь, нахуй. Блядь, повтори, я нихуя не слышу. Блядь, ты сам пинговал, теперь не ловишь его здесь. Я не ловлю, потому что я послал все на захват голема, блин. Конечно, я не ловлю. Я не собирался ловить. Че, хуй забить? Да не сдохнут от изматывания, забей хуй, конечно. Первые эти пачки, они вообще нихуя не сделают. И потом, конечно, тонна говна пойдет просто. Он тебе город помогает захватить, слышишь? Души. Ну ах ты ж, сука, прибежал в говню. Синий хер. Что-то я не совсем правильно строить задачу. А что, так можно было, что ли? Ну ты, конечно, этот француз, там, или как он сказал-то, я балдею, блядь. Я бы не спал. Ладно, ладно, не урчи. Сейчас разберемся. Да, надо захватить еще такую.
Окей. Просто больше некому, судя по всему. А зеленый Кирита, да? И перенаправь телескоп на свою сторону. Что уж свойство. Короче, я билд обосрал жестко. Я не знаю, как будем выкручиваться. А что ты сделал? Ну, обосрал билд неэффективно. И все использую. Что ты отходишь? Войд. Не учи отца ебаться. Ну, пока золота не хватает. Ну, все купил. Ебаное изматывание, сука. Хрена там урон наносите. Еба. 0.5 секунду так-то нихуя, нормально. Конечно, да. Они пока добегут, сколько урона получат. Блять, Кирита красавчик, пришел, блять, захватывать стан. У тебя войск пока больше. А это войска с города, он чисто послал на помощь. Да, у него войска. Че, дворцовый? Переворот. А ты бункер? Все, человечка одного отправили еще. Правильно строить начал. Так, садим. Так, стан захвачен.
пришли нам. А? Все, забили. Кто это делает, блядь? Скиньте его в банну. Кого, кого? Кто заходит? Эти ключи сияют, ебать. Леонардо, скинь сотку тьмы. Что-то... Стан, стан, давай, слева. Ты, конечно, не подошли еще. Ох, заранее. Сейчас, секунду. Чего переименовались, блядь? Что-то, блядь, он резко перезаходил. Заходить и кто, блядь? Чья? Это импостер. У меня уже в одну группу ничего не лазит.
да. Вы сейчас, блядь, к стенке прижмете, блядь. Кажется, Алексей, блядь, за один играет хуже, чем бот, нахуй. Да, сказал красиво. Я ни хрена не получал. Сейчас мы еще так ебанем. Хуя там. На этом моменте Алексей просто, блядь, вырубает комп из розетки. Да. Нифига, что такое длительный стан? Что за херня? 20 секунд. Там не 20 секунд, там больше. Да 20 вроде. 20. Нирвана бан.
Вот это, блядь, хороший паучок. Слышь, Леонард? Чё такое? Зачем ты мне скидываешь? Ну, строй. Кого? Ну, а чё ещё 1800 нужно строить? У тебя уже есть. А у тебя уже есть, блядь, охуел, что ли? У меня какая-то хуйня в тыл прошла. Поохуевали нубасосы, да? Попутный левиафан, исследование завершено. Я жесткие ребята, блядь. Промышленная, давай. Стан еще. Берёшь там. Вы хотели сказать голем? Стан. Стана нет. Там КД еще. 20 секунд. Мамочка, куда? Джакомовский, да. Джакомовский вот тоже нету. Да, блять, Алина из стенки выходит, вы их тут же разъебываете. Еще бункеры тут бы построить, блять. Не-не. Чё, Катя, ты всё ещё доволен? Да. Гранчат, конкурентов, как его ещё? Thank you.
Хились. 80 секунд. В смысле, придать? В смысле только 30 минут? Еще 10 минут, блять, держаться. Это тоже что-то время долго. Да. Топчи, топчи, иди, Левиафана. Да я за. Ну... Чиниться уже. Чиниться уже. А надо хули он спать. Стоит, дави, пидораса. Народ, тогда на центре скажется. Все, чинись, пизду, чинись, пройдешь. А он ему так пизда. Не успеет уже. Все, пизда. Где там Киритовский Левиафан? А, он уже делает. Лучше, он на пушке есть. Где? Пушка. Что-то хуй знает. Что-то я, блядь, пушки у него не вижу. Где она? Сейчас мы еще, блядь, крепость с Левиафаном разъебут, вообще заебись будет. Теперь не разъебут. Поэтому хуйница, блядь. Ну тут вообще дичь. Сюда бы выстрелить. Вот это тут месиво. Ебать, у тебя частая пушка вообще. Ебать, нас чё, проносят? Где? Нет. Да кто вас проносит? Там пауки просто. Они... Нужно же города захватить, чтобы победить. Сейчас хуй успеешь. Там просто драконы стреляют. Саву вообще похуй. 25 тонн. Такой Вася бессмертный, да? Ох, блядь.
блядь. Чё, пустая шахта? Да не, мою спиздил. Минуты. Хули тут крепостей миллион, какого хуя Марван был? А, это он до какого-то левого проснулся. Откуда он взялся вообще, этот Марван, блядь? Там призвать можно. Ай, лов, ебать. Хорош. Охота на Саву, нахуй. Разъебите его до 40 минут, нахуй. Один хуй города уже не захватит, не успеет. Успеете за 1.5 минуты Саву разъебать? 25 тысяч хп. Просто отступите всеми войсками. Ага, там барон такой просто. Не хочу видеть, как он рушится. Давай, брод. Хорош. Да, это было мощно.